Конец мая ознаменовался открытием в Алматы первого благотворительного музыкального фестиваля Motorbike Show 2015. Народ развлекали карагандинские кукумберы и алматинские негры. Однако не обошлось без зарубежных гостей. Ведущим шоу стал Никита Джигурда. Только происходящее его, кажется, не очень волновало. Все свое внимание он посвятил женщинам. Достаточно посмотреть на девчонок, женщин Казахстана, чтобы понять, что здесь душа присутствует по полной программе. Святая сексуальность, называю я это. Святая сексуальность. То, что было в Мерлин Монро. И каждый раз я говорю, я работаю, когда бэк-вокалистки, я беру, да простят меня русские девчонки, я беру девчонок из Казахстана, которые умеют петь и сексуально, и при этом непорочно. Говоря, собственно, о байкфесте, его организаторы преследуют благородную цель. В первую очередь, они хотят обратить внимание на участившиеся нарушения правил дорожного движения. Также в их планах сделать фестиваль ежегодной традицией. А пока Джигурда развлекал любителей погонять на мотоциклах, ценители женской красоты собрались на открытии модной летней террасы. Поглядеть было на что. Дабы развеселить алматинскую публику, участницы группы «Виагра» буквально выскакивали из своих платьев. Почему-то вы совершенно не веселые. У меня даже бретелька оторвалась. Какая ты активная у нас сегодня, Миша. Может быть, спать хотите? Нет? Не хотите спать? Нет? Нет? Так сонно говорите. Ну что ж. Но мы попробуем все-таки вас расколбасить немножко. А вот М-Бенд остался недоволен своим приездом в южную столицу. Оказывается, организаторы концерта выпустили три варианта билетов. Самые дорогие, по 15 тысяч тенге, позволяли получить заветные автографы от участников группы. Однако, по утверждению артистов, о том, что за их подписи берут дополнительные деньги, они не знали. На этом недоразумения не закончились, ведь некоторым поклонникам даже билет не помог. Туда зайти вообще невозможно, там просто люди набиты как селедка, и там не дышать нечем, ничего. Организация просто из рук вон выходящая. Я вот даже не стала заходить, хотя вот у меня есть этот билет, да, но я туда не захожу, потому что ну, это просто нереально. Те же, кто попал, получили свою порцию фанатского счастья. Мне очень нравится группа M-Band, потому что она создана... мне очень нравится эта группа, не знаю потому почему. Она создана подростками. Да, и она очень красивая группа, мне она очень нравится. С группой мне нравится Владислав Рам. Мне тоже так же, как и ей. Я приехала из Астаны в Алмату специально, только чтобы увидеть своих кумиров, познакомиться с их поклонниками, как-то с кем-то подружиться. Я очень рада. Меня они все потрогали за руку. Это было какое-то невероятное ощущение. Я даже не знаю, как-то руки даже неохота мыть.